Итак, я запустил это добро, поэтому рассказываю для тех, кто будет смотреть это в записи, как минимум, что у нас тут сейчас видно. Ну, это Тунгусская, первая группа, Грейзер, Снайпер Марксен Шип, Секьюритат Фаербах, Немка Ковач, Секьюритат Парамедик, Персей. Классика. Тут запасной Секьюритат, тут трансдуктор, лампочка. Потом в первой же группе еще трансдуктор вот здесь. И Секьюритат здесь. 9. Да, 9. Во второй группе Тиарбот, Эва Хакер, Салют, Чкиллерша и Клокмейкер с ботиком. 9 и 4. И при этом у тебя один резерв только. Так, 9. А, вот Камо-маркер. 10. А, еще Камо-маркер. Да, Камо-маркер во второй. Во второй, то есть он типа розовый. Да, да. Я понял. Хорошо. Итак, моя Франция. Я, да, оппонент выиграл кубовку, и я поэтому хожу второй. Вот, извиняюсь, я хожу первый, вот, и поэтому оппонент ставился первый. Да, у нас вот, да. Квадрант контрол. Да, квадрант контрол. А где твоя ХВТ? ХВТ, секунду. Ну, она формально должна быть на столе, несмотря на то, что мы оба оставили интелкомы. Ну да, у нас мало ли, захочется что-нибудь с ней сделать. Ну, привет, Зонпано. Спасибо. О, ХВТ почти стоит. На самом деле, да, я тоже свое куда-нибудь сюда поставлю, и можем о них почти... А, нет, стоп, можно же вот сюда поставить. А какая разница? Ну, в целом, никакой разницы, у нас же все равно эти. Ну, да. А, короче, пусть где-нибудь... Ну, их, ладно, там, может, кому-нибудь помешает ходить, ковер получать, пусть здесь поставит. Так, вот у меня такая толпа товарищей. И на самом деле два варианта, как расставиться. Либо я могу сразу поставить вот сюда что-нибудь агрессивно, сделать брут в снайпера и понадеяться на кубы. И с нехилой вероятностью... На самом деле шанс выиграть значительно больше, поскольку ты будешь без укрытия, я хотя бы в укрытии от камушка. А, ну ты игнорируешь его, здесь... но у меня броня-то будет. Броня-то ну, будет. Здесь еще... Да, но здесь еще фейербах. Относительно этой работы я буду спрятан вот этими углами здания, но все равно как-то оно очень грустно смотрится. Тербот тебя будет видеть вот здесь. Ну да, и вот здесь где-то тоже там, ну... Не-не-не, там... А, да. Только на краю, окей-окей. А с другой стороны, почему бы и не попробовать это провернуть, да? А, стоп, я всегда смогу выйти только на одного в целом. Да, давай я попробую это сделать, да. На самом деле. Так, это все пойдет сюда. В первой же группе Моблот ХМГ будет вот здесь. Да, на самом деле Фаербах надо было ставить сюда. А Любгород снайпер здесь. Окей. Точнее, наоборот, давай-ка их наоборот. Во. Любгород снайпер вообще вниз. Во. Поэтому скажи, вот Тербот вот это место не видит. Вот это вот. Тербот. Давай посмотрим. Ну, такой, на границе очень. Скажи, да, да, нет, нет. А что говорит? Давай проведем эту линию. Смотрим. Вот, то есть, нет. Вроде сбоку проходит. Да, вот прям еще миллиметр, и будет, наверное, видеть. Хорошо, давай тогда этот снайпер. Блин, тут места нет, на самом деле, чтобы я мобла доспрят. Давай снайпер все равно снизу. А на крыше вместе с Моблотом будет метро Парамедик. Вот кто там будет. Окей. С ним ВКонтакте. Лежать. Так, где у нас тут маркер? Угу. Все лежат. Никого пока что не видно. Ниоткуда, как я понимаю. А, нет, не видно. Хорошо. Так, дальше Горо сзади. Толпой как-нибудь там. То есть стеночки размазаны в целом. Абсолютно неважно. Пока что.
Так, у тебя двух нет на столе. Одного. В первой группе. А, точно, одного в первой группе. У тебя один резерв. Мало ли кто у тебя там может быть. Давай я хотя бы спиной вперед поставлю. Пусть смотрят по углам. Ну, мало ли, все мы знаем. Так, это катаинственный коммаркер. Ну, давай, я не знаю, вот сюда запихну. Эти минус третий таинственные коммаркеры. Это что у меня? Ага, понятно. Давай один я запихну сюда. Да, вот. Второй я запихну сюда, вот. А, я предлагаю, знаешь, раз уж... Как мы будем забираться вот на эту штуку? И будем ли вообще? Вот мы будем валить через эти бочки. И вот здесь тоже, через эту штуку. Будем считать или не будем считать здесь проходом? Ну, просто чтобы можно было зашагнуть и все наверх. Нам, конечно, консоль не нужна, то есть мы не в supply играем, но тем не менее. Я думаю, можно просто по бочкам шагать. Окей, ну здесь по бочкам, здесь по трактору. А вот по трактору. По хвосту. Сюда. Ну, я к тому, чтобы с обеих сторон был одинаковый заход, чтобы не было вот такого разного. Окей. Хорошо. Так, маркеры мои вообще откуда-то видно будет? Нет, абсолютно. Абсолютно нет. Ну, только разве что из центра, но это и не страшно. Пусть будут, так сказать. Ну, вот это маркер, который за трактором видите. Окей, мне, наверное, это устраивает в целом. Ну, если я не дернусь... Да, если ты дернешь, я орошну. Если я дернусь, то ты мне все равно ничего не сделаешь, я маркер. Так. О, привет, Элэсэйн. Да, Мексика, мы вот решили поиграть на этой карте пустынной. Мне эта карта в целом нравится, она любопытная. Так. Да. Ага, привет, Дранкер Гном. Давайте-ка вот сюда эти маркировочки распихаем. Сюда. Так, если я буду стоять... Ну, это, наверное, не очень здорово. Есть ли у тебя круглые импакт-темплейты, короче, в руках? Нет, окей. Так, давай этот вот здесь, так как это у нас, ну, миссия без консоли, то я думаю, этот просто кусок террена, я с ним в базовый контакт хочу встать. И смотреть по сторонам. Только я не хочу видеть длинный прострел, я вот чуть-чуть сбоку встану и буду видеть только вот сюда вот. Ну, вот сюда. Да, вполне не видно. Хорошо. Так, дальше что это у нас тут? А, это нулевые комки. Ну, сразу понятно, кто сидит. Еще вот этот минус третий. Кто-нибудь сюда, наверное, пихнем. Да. Дальше давай-ка вот эти нулевые... Ну, куда-нибудь сюда под камень. А, нет, вот сюда, под забор, собственно. И я даже прям не знаю, вот сюда под забор. Почему бы и нет? Хотя можно вот так сделать. Пусть он смотрит на твою лампочку. Ты дернешься и... Лежа только. Дернешься, и мы с тобой тогда поговорим. Ну, именно вот на левый край лампочки. Да-да-да, я понял. Я не хочу вылезать сильно далеко. Ну, вот так. И в целом, наверное, у меня будет один резерв. И я, наверное, поставился. Кого ты видишь на столе? Ты видишь Любгаро с виральными винтовками двое. Любгаро, дробовик от Adgesive Launcher, снайпер. Ну, у всех, как известно, X-Visor и 12-й баллистик, и, в общем-то, больше ничего нет. Дальше метро, парамедик. Просто существует, живет на крыше. Моблот, ХМГ, вайлдкарта может линковаться с кем угодно. Ну, очевидно, с Любгаро. Дальше в диплое давай... А, так, вот этот одинокий коммаркер. Да, я его сюда переставлю на самом-то деле. Любгаро, да, сойдет. Сойдет, да. Коммаркер здесь. Дальше. В первой же группе. Здесь два коммаркера. И
Я надеюсь, я ничего не потерял. Вроде все. Во второй группе белые это варкор. Коммаркер, 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 коммаркер. Окей. То есть во второй ты видишь 6, в первой ты видишь 9. Понятно. У меня один резерв. И тогда мой резерв. Практика. Привет, Хефал. Начинаю я, потому что оппонент забрал себе второй ход для контроля зон, и, собственно, поэтому я деплоился вторым. Дранкер гном. А о какой наводке? Извини, ты говоришь. Всегда пожалуйста, но о чем речь? Ну, сам пойду. Вот. Скажи, пожалуйста, вот эта черкиллерша, легкий дровик пульзар, она не специалист, да? Она просто... Да. Просто да, есть. Обычно. Окей. Да. Ну, на самом деле, это дешевая. Очень классный черлидер, собственно, черкиллер, да? Ну, за 12. Дипольку, да. Да, за свои 13. Деньги вообще отлично. Ну, 13 там, плюс-минус. Это довольно дорого на самом деле. Конечно, не фузелер за 10, но да. Да. Далековатенько маркерочек становится. Да. А, дранкер нам, да. Вы в итоге договорились, да? Попилить коробку на двоих. Если да, то классно. Чё? На самом деле, вот я так смотрел, да и много, на самом деле, уже кто говорил по поводу вот этой коробки Crimson Stone операции. На самом-то деле, в Ариадновской части чуть ли не больше полезных миниатюр, чем в Коррегидорсной. Как бы это смешно ни казалось. То есть, три Альгуацила вам не нужно. Мерить зоны контроля мины я бы не рекомендовал, но не суть. Как бы между мастером и миной, да. Ну, я там все равно не померил. Да, но... Короче, неважно. Так вот, три Альгуацила не нужны, Сомбра не нужен, остались кто у нас? Эвейдер, ситуативный Хеллкэт и Интрудер. Ну, постой. Хеллкэт... Хороший Хеллкэт. Там Хеллкэт-хакер, и он охрененно делает там... Карточки. Там типа карточки. В целом, просто Hellcat сам по себе как десантник, он хороший. Просто кто-то любит их, кто-то их вообще не любит. На карточке он полезен. Я говорю, он ситуативный. Я бы в каждой игре десантом не играл все-таки. Если вы не во Франции. Ну, смотри, у Коррегидора там и Альгуасиля, ну, можно сказать, это ягуар. Так дело в том, что у нас есть коробка ягуаров. Ты сама по себе там, где 4 штуки купил и радуешься. Ну, мы народ не гордый, у нас есть коробка, где лежат Альгуасили, мы видим там ягуаров. Ну, да. А, там Hellcat БШГ, а не хакер? Погоди, мне казалось в видео, ну, с обзором этих коробок, там был хакер. Там она стояла специально на такой большой консоли, компьютере, типа, вот, она такая вся вся крутая. И у нас огромный этот ЭВМ. На базе размером с миньку. Для красоты, так сказать. Почему-то мне казалось, что хакер. Но ладно. Сделаем вид, что хакер. Потому что другие не нужны, очевидно. Там спитфайр, либо хакер. Все. Так, ну я расставился. Ага. Так, я вижу двух папет ботов. ФО и Марксман. Давай. Эти куки не раскидаем. А сам мастер... Ну, они, наверное, вот здесь касаются стены, на самом деле. Оба. Да. Я позволю себе их. Вот так затолкать и все. Да. Чтобы они были в ковре с этой стороны хотя бы. Угу. Благодарю. Так, у меня есть тимлидер. Паранет. Ага. А кто в фаер-тиме? Ну, вот все пятеро вокруг камня, очевидно, да? Да. Окей. Гейм-драйвер. Дробовик. Окей. Ага.
Понятненько, понятненько. Тербот, ну да, тербот противный, конечно, все видит, всем мешает. А на самом деле его надо было подальше сюда догнать, чтобы он кучу камешек начал вести. Но ладно. Ну, с камешком да. Там я бы подеплоился, на самом деле, не сильно по-другому. Потому что если я лежу, ты меня так-так не видишь. Ну, да-да-да. Это же вопрос, что нам как больше захочется поделать. Так вот, из резерва я поставлю... На самом деле, интересный вопрос. Учитывая то, что я в первой группе все равно хотел пойти воевать на все деньги. И, может быть, имеет смысл поставить эту миньку на стол. Действительно пойти воевать на много денег. Так, у тебя тут Хеклер, интересно, с чем? Наверное, с Джаммером. С чем же еще? Возможно. Может быть, Емаратом. Почему бы нет, тоже не самый плохой вариант. Далеко не плохой. В конце концов, я могу во второй группе к нему прийти и поговорить с ним. А может, это Red Fury? Да не, сомнительно. Ну не. Не верю. Так. Это три. Ну, блин, Бандаль даст мне приказик. Да? Да. С другой стороны, я начну... Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. И желтенький. Вот у меня сейчас вот так вот. Хочу ли я и начинать с шестью приказами играть? Интересный вопрос. Блин, в каждой партии дилеммы. Извините, конечно, что я так задумался, но прямо сейчас я не вижу места, куда можно выйти десантом. Просто банально не вижу. А подержать на потом? Может быть, наверное, не так интересно. Вы знаете, да никто никуда не будет выходить, пока и так зашибись. Все нормально. Шесть приказов. Так, все, мой резерв, ну, как бы поставлен. Но на самом деле я его никуда не ставлю. Лидер будет ХМГ, в фаертиме вот все Любгоро с ХМГ. Окей. Ну, я Куматокин перевернул, приказ порезал. Хорошо. Так, давайте всем еще раз покажу читерную магию. С картинкой в картинке, чтобы приказики отображать. Так, где я? Я слева, да? Вот пусть здесь висит. Эта штука. Стоп. Вот так. Хоба. Во. Отлично, да. Так, начнем. Первый приказ, первой группе. Моблот, он, короче, вот так немножко в бок выползает. И заползает обратно. И он увидел только секуритата. Ну да, окей. Стреляю. Давай, я тоже стреляю. Ну, ты, очевидно, эксплозивом. Да. Ты здесь... На самом деле, мои минус твои ноль. Вот что тут. А чё с кубометалкой? Почему я не могу ее переключить? И не могу нажать на кнопку? Стоп. Пожалуйста. Лак. В смысле, у нее все цифры нарисованы? А, во. 8.15. Нет, она не хочет. А, во. Короче, 2, 3, 8 и дважды по 15. Кажется, я умер, да? Ну, кажется, да. Ничего страшного. Мы посейвим, так сказать, все 6 сейвов. А, нет, все 3 сейва. Блин, я не могу, эта кубометалка меня раздражает. Она сломана, по-моему. Да, вот это бывает, нормальное, да. А это сломалось.
Так, да, привет, Антон. Сейчас, пройдемте. Давайте быстренько почитаем. У нас тут отрицательная дистанция для меня. И для Умолота нет ничего, чтобы эту отрицательную дистанцию сократило. А между нами 32. На 32 с небольшим. Я просто в бок выползал, как бы дистанция по прямой не сокращалась. Соответственно, ты стреляешь плюс 3 и минус 3 по родному. Я стреляю плюс 3 и минус 3 по родному. Ну да, отлично, я два раза не попал. А мне 3 сейва. Третья броня, спасай. 8 плюс 6, равно 14, это вторая дырка. Окей. Бывает. Давайте тогда потратим команд токен, пересоберем линк на нас снова пятеро, вместе с нами бригадир Брюант. Лидером, допустим, будет снайпер. Почему бы и нет? И на самом деле снайпер стоит не там. Ему стоило бы стоять вот здесь. Это я сам молодец. Ну да, там ты сразу же на двух вылазишь. Нет, там я всегда вылажу сразу на правого, а с этой стороны я вылажу на левого. Поэтому мне просто пристреливаться с Гренцером первым, наверное, неинтересно. Ну да, если как. Да, да. Хотя, с другой стороны, наверное, Моблд рассчитывал на то, что он за первый приказ справится со всем, а потом просто пойдет пострелять в... Потом снайпер просто поотрейнжит Тербот, и все. И на этом мы закончим. Ну вот, кстати, спасибо тебе за совет, что все-таки холлоумены не тащат. Они действительно не тащат. Так, сейчас секунду. Ну, кстати, есть мастерок на роботов. Он такой фан. Куда-то добежать, центр зачистить, умереть, ничего не сделать. Вот это все. Ладно, давай попробуем это сделать. Так сказать, сильный ход, сильный маневр. Сюда на 4. Там народ как-то разбегается по сторонам немножко. Бриант, ну, допустим, Бриант. Какая разница? Роанет мув, разумеется, никакого. Я могу сейчас на следующий приказ либо заползти на стенку, потом на еще один заползти сюда в проне, и потом выползти и также сдохнуть об фейербах. Кек. Звучит как план. Да, звучит как очень хороший план, на самом деле, да. Либо пойти сюда и пострелять в кавер. Но не по 18, а по 15 против твоих 12. Этот на один приказ меньше. Не, на два. Это на два приказа меньше. Давай сделаем что-нибудь, что весит два приказа меньше. На самом деле, можно было попытаться еще тербота сразу же снять с этой точки, потом уже... Ну, да, ну тут Гренцер меня видит, вот в этой точке. Как и Фейербах. Да. Следующий приказик. Вместо клаймба мы просто выбрались вот сюда, немножко так высунулись и залезли немножко обратно. Увидели вот из этой точки секуритата, из максимально дальней, на самом деле. Вот окей. Где-то здесь, видимо. Да, где-то здесь. Давай постреляешь. Так, там народ чуть поджался. Так, и ушли обратно. Либо? Да, давай. Здесь 35 дюймов, отлично. 11-11, 2 сейва. Восьмерки точно хватило, он умер в дед, потому что это обычный снайпер, там шоковые патроны. Так, теперь Гренцер в меня будет стрелять по 16, а не по 19. А я в него все еще по 15. Кайф. Просто кайф. Или у меня есть три приказа, чтобы вернуться, грохнуть Тербота, подняться. Блин, как круто. Воевать с Гренцером. С другой стороны, я сам решил это сделать. Да, давайте. Снайпер побежит обратно на 2 мува. И выйти, что ли, пострелять в Гренцера. А, зачем, если я могу... Пардон, я могу же слева на него выйти. Давай, я вышел, короче, зашел обратно вот здесь. Из этой точки я видел Гренцера. Там, ну, или из этой, там, неважно. Плюс-минус. Ну, да, там. Очевидно, стреляю. Давай. Да, это успех. Это определенный успех. Я 2.20 это, да.
Так, у него же там обычная снайперка, не дашка? Обычная, обычная. Она даже, по-моему, пол СВЦ стоит. Опка. 1-4, ну, да. Куча дыр. Что ж, зашибись. Любгаро начинает... Ну, блин, это фузелёра, который стоит не 10, а 20 очков. Отлично. Дай приказ. Я, наверное, позволю себе сделать клаймп полноценный. Ты в меня сможешь посвятить трансдуктором через весь стол, но какая разница? Позволю себе сделать клаймп. Лидером будет пусть не он, а кто-нибудь сзади. А хотя какая разница? Десанта у тебя нет? Ничего такого нет? Ты ко мне не придешь? Да, давай. Да, он же лидер пока что. Ну, там не клаймп джамп. Я там немножко распрыгаюсь просто по сторонкам. Ну, да. Там типа того. Тебя так этот метеор-зонд впечатлил с бушой. Не-не-не. Типа, я же вижу, что у тебя на столе все. Не, потому что ты выставил с марками назад. Изначально, да, я думал, мало ли, вдруг у тебя в резерве что-нибудь интересное. Ну да. Оказался вот, скучный паппет-мастер. Таким быть, каждую партию его вижу. У меня была идейка взять. 9, ну, наверное, это... Попал? 37 дюймов. А, 37. Там до 48, если я не ошибаюсь, у флеш-пульса. Флеш-пульс. Да, до 48 минус 3. Поэтому пока я прыгал, не было ковра. Давайте 2 сейва. 9-14. Я слеп. Впрочем, какая разница? У меня есть кураж? Да, у меня есть кураж. Я могу остаться стоять. Давайте на следующий приказ в эту же группу. Давайте вот этот маркер пойдет сюда. Ро. Не ро. Ну, он там проползет. Так, мы вот через эту щель не стреляем, да? Давай я просто прополз тогда, чтобы ты меня не видел тейрботом. Да-да-да, я буду лежа. Щель довольно-таки широкая, так что мы, наверное, стреляем, но если ползешь, то, в общем, ну, задержу. Не-не-не, я прошел сюда, меня никто не видит, я лег прополз. А, ну если я тебя не видел, то все, да. Все-все-все, я типа не хочу тебя видеть, даже не думай. Фу, противно. И во второй группе, давай побегаем. Активируем вот этот маркерочек. А, нет, сначала вот этот, он просто зайдет сюда. На координате давай. Вот этот второй будет. А, кто будет у нас третьим в этом координате? Ну давай, вот этот будет третьим, на самом-то деле. Да. Этот пошел сюда. Спирхед будет вот этот, крайний. Он пошел вот сюда. Я спрашиваю Ро. Ну, вот лампочка. Кто у тебя спирхед? Он. И он видит лампочку сейчас, да? Да, я понял, что хочу сделать. Ну, я задержу. Хорошо, тогда я просто подвигаюсь дальше. Да-да, давай. Сюда, этот сюда. Это останется стоять, смотреть на лампочку. Ему и так нормально. Этот, да, этот останется в углу. Просто поглубже заныкался в кавер. Да, следующий приказ. Только вот в этот маркер. Этот маркер у нас выходит... Выходит вот сюда. Аро. Так, ну его никто пока не видит. Угу. Как мне... Стоп, или вот этот маркер смотрит внутрь? Мина смотрит внутрь? Мина вовнутрь не смотрит. Не должна, хорошо. Тогда я выйду вот так. Пока никто ничего не видит, да? Да-да-да. Блин, нахрена я это делаю, если я не могу тебя... Если я по тебе мину не могу положить, потому что ты же сам маркер. Да-да. Так, пардоньте, можно я эти 4 дюйма типа просто влево пойду и все? И на вторую половину положу мину вот просто с этой стороны. Окей. Я вскрылся, это шассер майнлеер. Кто бы это мог быть? Ну давай, я пошел налево, мину кину. Давай здесь все, мне сойдет. Пусть она смотрит по обеим сторонам этой стены. И зашибись. Следующий приказ. Шассер вот так выглянул.
На... Давай сразу на двоих. Сюда и сюда. Так. А ну, еще? Давай лампочки посветит. Пульсар не попадет. Ну, давай пулька из шотгана. Давай тогда все из рифлы вот в эту женщину. Угу. 8.5. Ну, кстати, пульсар бы дотянулся. Ну, пульсар, да, он дотянулся. Я по одному, ты по минус 6. Mm-hmm. Три своего женщине. 24. Так, ну это отбойный ран. Да, это по танком. У него что, броня есть какая? Арм первый. Первый должен быть. Да. Танком что? Свети. И давай за лампочку. Определенно, да? Да. Я ослеп. Я испугался и ушел. Mm-hmm. Стоп, у меня есть кураж? Нет, да, правильно. Я обязан испугаться уйти. На зеленый приказ я уйду в маркер. На варкорский приказ варкор просто забежит вот сюда там. Вот так. Так, мы делаем так. Вот так. Во. Зашибись. Все, передаешь код? Да, я же говорю, я все, у меня приказ закончился. И в первой группе 8 приказов. 13-й, во второй. Отлично. Так. Ну, привет, тихоход. Кто побеждает? Скажем так, Любгаро снайпер смог убить Гренцера снайпера. Ну, потому что Гренцер снайпер кинул 2.20, а я кинул 3.34. Гренцер без полного линка. Ну да, Гренцер не из полного линка, но даже если было бы в полном, все бы случилось ровно так же. Ну да, да, мне удалось до этого застрелить Фейербах тем же самым Любгаро снайпером. Пока что я... Мне тяжело пробиться к лейтенанту. Он тут запрятался в углу, сидит. Не, может быть, конечно, лейтенант вот здесь. На самом деле тут либо-либо. Других вариантов просто нет. Так, ну что, тогда давай Казик в первую группу. Вот лампочка на 6. Подвигается сюда. Угу. Ты на кого-то вышел? Ну, только вот на этот маркер. И все. На мину пока не вышел. На мину пока не вышел. Но скрываться мне лень, поэтому я ничего делать не буду. Тогда еще подъеду поближе. Ну вот так мина тебя увидит. Она вот так будет бить. Вот так вот, чтобы не было. Да, хорошо, хорошо. Ну, ничего такого. Второй приказик. Тоже конструктора. Он выпал. Где пусть поедет. Раб. Только пардон, но давай его чуть-чуть, да, вот так. Да. Угу. То есть, ну, здесь он проехать может, но остановиться вот здесь не может. Понятно. Mm-hmm. Слишком толстый. Мина взорвется, очевидно. Никто больше ничего тебе говорить не будет. И тогда я попробую подискайрить. Хорошо. Что сначала? Дискавер. Дискавер.
Успех, я думаю, критом. А, ну да. И сейф отменяем. Не сейф. Ну тогда шестер вот в таком положении останется. Смотреть по обе стороны. Хорошо. Хотя, на самом деле, иначе ты будешь долго-долго идти в эту сторону, аж на целый ровно один прикаж больше. Ну и шестер вот так встанет. Хорошо. Мне так чувствуется. Ну, чувствую. Да. Так, что мне может пожечь? Окей. Ну, давай прям очень ход сделаем. Выйду комком вот так. Ну, шасер ждет. Больше никто тебе ничего не говорит. Ну, не видит. А на вторую часть препятствий я вот могу как-то вот так прийти. Да, можешь, но ты будешь пробегать мимо вот этого маркера. Мимо этого маркера. Если так сделаешь, вот здесь ты мимо него пробежишь. Ну, окей. Ну, давай я на самом деле на 2 дюйма просто проползу. Уже не будет мне... Да, лёжа я тебя вообще не вижу. Да. Окей. Вот сделал так. Ну тогда все. Тогда я ничего не могу. Окей. Ну, между нами. А, была, не была. Может быть. Не хватит. Ну, я еще тогда проползу вот этой стенки. Угу. Хорошо. Тебя видит только этот шассер, он ждет. Да. Козик. Скрываюсь. И это был сверхэкер, которым я планировал, может быть, что-нибудь сделать. А, киллер-хакер. Да. Ну и что ты делаешь? Я пока вот думаю, с чем стрелять. Стоп. Летом может. Ну да, вопрос assault либо комбик. Либо комбик. Ну давай с assault пистолета. Нет? А, хотя у него интересно. Это, наверное, комбик. Давай с комбик. Хорошо, с комбика. Ну, ты точно в плюсах? Это как бы вообще без вопросов. Да. Достану ли я тебя огнеметом? Вот в чем вопрос. Потому что стрелять тебе смысла никакого, ты и так сюрприз мне вешаешь, и вообще, у меня все очень грустно. Mm-hmm. Ну, мне очень сложно с ним. Два варианта. Либо я кладу мину, либо я жгу тебя огнеметом. Если между нами... Да, что-то между нами точно есть 8 с небольшим, я тебя огнеметом пожгу. Окей. Я верю в глазомер. Давай. Да. А, черт. Определенно достал. Но маленький огнемет вообще 8.3, поэтому у меня было почти полдюйма запас. Да. Окей. Давай. Стреляй. Комбика. Мне. Отлично. Ага, понимаю. Давай, сейф. Отлично. Ну, хотя бы сейф. Окей, ты можешь провалить гацрол и уйти сюда, если хочешь. Фу. Кони даже. Не, эти маркеры без пронов. Все. Все стоят. Вот этот двигался, вот этот двигался. Этот в ковре ему и так хорошо. Ну да, давай. Логично. Драться кому-нибудь. Окей. Наверное, шикарно. Тебе и одного дюйма хватает? А, да. Да, я думаю, хватает, да. Ты его перестанешь видеть, если хочешь. Ну, ты обязан его перестать видеть. Если можешь. Или хотя бы просто уйти в partial cover. Вроде я его все равно вижу. Да, я думаю, видишь. Ну окей, ты в укрытии будешь. И явно дальше дистанция огнемет. Да. Окей. Переприказика. Чуть
все не очень хорошо вкладывается, но ладно. Привет, Олег. Фу ты, как сложно. Шесть Олегов в одном никнейме. Что делаем? Пытаемся Франции победить Тунгуску. На самом деле, Грэнсера снайпера уже победили. Да, на самом деле. По чистой удаче. В общем-то, на самом деле. Как еще можно побеждать снайперов, которые стреляют по 19? Ну, или по 16, даже по 16. Когда ты сам в них по таким же значениям стреляешь. Только по удаче. Окей. Тогда следующий показ в линк. И линк лидер. Ну, по-прежнему паранет. Ленка на 2 походит сюда. На 2 походит сюда. Так. Если я так пойду, меня же никто не видит. Нет, вообще. А стоп. Вот этот, да, товарищ вот этот у меня тут стоит. Несмотря на то, что он был ослеплен лампой, он куражный, поэтому он мог не пугаться ее. И он остался стоять. Он будет видеть тебя, если ты вот здесь находишься. Сейчас. Окей. Okay. Даже если проползти. Вот этот вопрос. Если ты ползешь, я думаю, я тебя вообще не увижу. Mm-hmm. Да, я вообще не увижу, если ты поползешь. Только если стоишь. Okay. Я вижу только базу лампочки, собственно. И больше ничего. Вот я вижу здесь землю. И все. Mm-hmm. Хорошо. Тогда я стоял вот здесь, а дальше. Mm-hmm. Она ползет. Два тима. Саламандра? Oh. Ну, Саламандра, это, конечно, очень классно, но не уверен, что она лезет вместе со снайперами и вот со всем прочим. Не, лезет, конечно, но лезет. Там нужно будет ужаться. Хеклера не брать, например. Или там Персия. Или я даже не знаю. Она лезет, но там надо будет брать чисто Грейзера и секретатор. Ну вот да, без Персия, без Хеклера и без прочих прелестей. Так как все, ну, так как она лежит, а остальные за камнем, то никаких ору. Ну, еще тогда на 2-1 ползу. Потом Филипп начинает тоже ползти. Хорошо. И Персей тоже ползет. На... Ну, может, пока еще пешком дойти до этой места? Ну, я да. Его не увижу. Это далеко? Вот как-то вот так. Угу. Стой. Да. Я его не вижу. Можно? Там есть у твоего снайпера мысок? Нет, ничего нет. Ничего. Переключайся, стой ты в любой момент. Этот, угу. Это Любгаро, это легкая пехота без визоров. Во Франции внезапно есть Брискарды, это средняя пехота, у которой поголовно у всех пер. И там АП-снайпер с правилом БС-атак-шок. То есть он такой, смешанный. Да, опасный, но он дорогой. Сколько я помню. Он стоит 25,1 СВЦ, а Любгаро стоит 20,5 СВЦ. Mm-hmm. Ну, не знаю, за МСВ-снайпера 25 очков, за АП плюс шок. Нормально, нормально. По СВЦ он дорого стоит. Все-таки единичку за обычного снайпера это как-то жирно. Не, ну, хотя... Не, ладно, АП плюс шок нормально. Когда Брискардов берешь, ты как бы смотришь, ты хочешь зайти снайпера и пулемета Моблота, и типа хэви ракет лаунчер и такое хобана, и СВЦ куда-то все исчезли. Тут у Франции внезапно есть проблемы по СВЦ, никогда бы не подумал. Ну давай за команд токен пересоберу линк. Сюда войдет еще с комбиком. Здесь все лежит. Ага, а только четверо, да? Ну, как бы да. Хорошо, хорошо. Лидера. Вот так. Ну и приказик я уже перевернул. Угу. Давай, Ленка, сейчас, на самом деле... Ну да, пусть ползет. Ну да, ты можешь там спокойно ползать, на все четыре тебя там никто никогда не увидит. Хидденов у меня, очевидно, нет, поэтому... Ну, ну да. Пока ты ползешь, я ничего не могу тебе сказать. Да. Ну, сразу же на 2 приказа. Да. Потом паранет. Дранкер-гном, конечно, дешевле фронтовика-снайпера,
Безусловно, но фронтовик снайпер обладает и миметизмом, и МСВ. Вот что в нем классно. И баллистики, если я не ошибаюсь, у него, по-моему, тоже 12-й. Он тоже не лучший, сказал паникианский игрок. Сейчас вся такая рядно, как это наш пред самый высокий баллистик. Типа не самый лучший. Что у них больше 13-го, только внезапно Марго с 14-м. Фронтовика, да, 12-й. Типа средний по больнице, скажем так. Даже, наверное, чуть-чуть лучше среднего. Ух ты, он вообще 30 стоит. Поразительно. Не знаю, почему бы за один приказ не подойти вот сюда персеем, кинуть вот сюда два дыма руками, а потом за второй приказ мув, за третий залечь. Потому что у меня осталось два приказа, я хочу кое-что еще сделать. Окей. Если есть хитрый план, то пожалуйста. Да, спокойно, да. Так, ну я помню, что вот у тебя здесь деплой, значит, они все в эту зону заползут и меня явно перебьют, конечно же. Персей дорогущий. Вообще монстр. Да. Ну и ползем дальше. Ну, он спокойно доползает, куда ему хочется. 4 дюйма все-таки много. Сейчас главное, чтобы одна собака не вылезла куда-нибудь отсюда и шаблон не положила на все это. Напоминаю, что это забор прозрачный, и это всего лишь saturation зона. Через него, да, шаблон будет только один в одну цель, но два в две разных цели. Суть. И как бы вот здесь я смогу появиться, но меня увидит Ковач, если она будет смотреть вот так, например. Если я появлюсь вот здесь, меня никто не увидит. Ну, кроме Тербота там. Да. Потому что я здоровый. Хотя... Тербот. А здесь... Ага. И вот здесь вот скала. Может быть, есть такое место, где-то вот здесь, где я смогу выйти, и чтобы Тербот меня не видел. Может быть. Можем даже прямо сейчас силуэт поставить, на самом деле. Не, на Тербота у меня... Не, виден угол моей базы. Короче, Тербот всегда меня видит здесь, если я выйду. Да. Ну, а с другой стороны, Тербота убить — это деловт. Посмотрим. Не, ну и да, если Тербот может стрелять, то... Разумеется, да. Это всегда неизвестно. В общем, они все лицом сидят в эту сторону, да? Никто в ту сторону не смотрит. Не, я думаю, что... Ну, так... Так вот. Угу. Брекер комби, кстати, классно. Брекер отличный. БТС вообще не распространен, но внезапно, по-моему, у Дюрка... Он есть. А, нет, нету. Стоп, у него третья броня, нулевой БТС. Да, в принципе, брейкер на персей, это, считай, АП Спитфайр. Если на рынке брать. Плюс дамаг, плюс кубик. Ну да, у Моблота третий БТС, но это тяжпех. Как и Марго, это тоже именной Моблот. Тоже это еще может быть у нее, а у нее нулевой. Ха. Смешно. Любгаро. Любгаро нулевой. Надо же. А у Брюанта. У нее тоже нулевой. Ну так вот. А, тут все видит инженер. Да. Ну и последний раз в первой группе. Тактику. Ага, привет, Зампанал. Тунгуска просто проползала в зону сейчас сюда. По пути там Хеклер попытался убить мне шассера
Ну, а, короче, он ни разу не попал, но при этом посейвил огнемет. Это было очень смешно, да. А вот сейчас действительно бегают паппет-боты. Пытаются мне... Ну, сейчас посмотрим, что они будут делать. Пока что их никто не видит, поэтому я ничего не могу им сказать. Пока они вот здесь бегают, я им не вижу их. Давай, вот ты на первый план так прошел. Шасер просто скажет додж, потому что может попытаться. Я думаю, мы сейчас обязаны это померить по-новому. Да, да. Здесь есть. Все, Шасер заявил додж. Окей. Вторая половина. Вторая половина. К сожалению, этого приказика-то и не хватило, чтобы поставить сюрприз. Вторую половину они... Не, можно было бы действительно марксманов в сопресс поставить, но... Но уже все. С другой стороны... Не, ну вообще, да, было бы удобнее. Ну... Так, а кто сперхэт этой парочки? По-прежнему маркс. Угу. Кстати, забавный момент, который народ где-то там вычитал, в общем, даже если он упадет в unconscious, он не перестает быть спирхедом. Потому что абсолютно нигде в правилах нету отмены спирхед маркера. Никакой. Да, там его надо полностью снять. Да, вот линк лидере написано, что в фаертиме там она разваливается, и лидер перестает быть лидером, когда он падает в нул состояние. В спирхеде такого нет. Значит, он как бы остается на столе, даже если этот паппет-бот в unconscious. И поэтому второй не выключается. Вот такой забавный момент. О, а смотри, что придумал. Ну, давай. На первую часть приказа они побегали. У меня шли минус. А. Ну да, ты на первый мог, типа, выбежать сюда, забежать обратно. Это что происходит? Да, да, да. Стоп, стоп, стоп. Мина. Это что? Откуда? Что такое мина? С этого... С мастера. А как она тут появилась? Ну, он, типа, выбежал вот сюда, посмотрел сюда. Он же, у него же не дропперы, у него же обычные мины. Да, обычные, да. И не майн диспенсер. Он ее только с собой рядом может класть. Вот здесь. Ага. Тут сойдет, да? Вот. Ну, типа, тут, да, давай, Дима, сюда, давай обратно. И, да. Сейчас позволю чуть-чуть вот куда-нибудь сюда. Кама маркер. Ну окей, ну окей. Ашталк 2, кама маркера. Ну и что я с этим делать буду? Ну, можешь сюда высадить. Собаку и сдохнуть. Хороший план. Да, очень интересный. Посмотрим. Надежный, как говорится, как швейцарские часы. Как французские часы. Это план на уровне выйти за спиной Тирбота, чтобы он меня не увидел, знаешь. Ну, а вдруг? На самом деле, Тирбот может подъехать сюда, чтобы еще лучше видеть эту зону, больше видеть эту. Ну, давай так сделаем, на самом деле. Он просто поедет. Ага. Тоже вторая группа. Ну и на самом деле вон видит. Попробует подискаверить вот этот. А, вот. Да, пожалуйста. Я все равно делать ничего не буду, очевидно. Семь. Окей. Похоже на успех. Давай из ближней точки посмотрим. Есть. Если тут. Да, тут есть 32, это 0, минус 6. Это критический успех. Ну, окей, это мина. Теперь ты не можешь ее застрелить. Она тут лежит, ее никто не видит. Окей. Так, потом трачу еще один приказ в хакера. Давай я отработу, пробую обмазать. Давай. Марксманом. Стоп, а зачем ты кидаешь кубик? А, по-моему, ты просто полный приказ, да, говоришь выбор. Просто, да, да. Он... Enhanced Reaction. Да. Так, я достану эту штуку, где-то саппорт... О, вот саппортвейр.
Точнее, Assisted Fire. Enhanced Reaction — это Burst 2 на ару. Так, два приказа. Что еще? Я вот, знаешь, что только что заметил? Ага. У меня приказов не осталось. Сколько я на Хеклера потратил? Помнишь? Смотри, один сюда промываться, я ничего не делал, он прополз. Потом он прополз, тоже ничего не делал, на третий он пострелял и отошел сюда. Это было три приказа на Хеклера. Да, он же во второй розовый отрядил. А, пардон. Тогда три. И, ну, в принципе, да, у меня закончились, здесь Enhanced Reaction нет. А, окей, окей. Не, ну, грубо говоря, на самом-то деле... Не, ну ладно, возвращать мину на место, наверное, не так интересно, но в целом, я думаю, в любом случае было бы логично, если бы ты обмазал и все. Ну ладно, забей, ладно, давай оставим как есть. Да, уже что сделано. А тогда уже потратили... Приказики. Я что-то, да, не обратил внимания, что ты на второй. Да, я вот тоже. У меня Хеклер всегда первый. А, Черкиллер, да, я тебя убил. Все, точно. Да. Сейчас, ну если он на второй, тогда у тебя еще целых три приказа в первой группе. Приказа в первой. Я прав? Нет? Да. Ну, я есть первый трасс. Да, так. Ну вот тебе приказов по питботов. Да, тогда еще. Что есть фаертима делала? Она ползла, ползла. Да, но фаертим просто кучу приказов ползла, и все, и больше ничего не делала. Да. Так, это я наступил. Ну, как удачно получилось. Раз, и плюс три приказа в команду. Ну да. Фу-фу-фу. Тогда еще. Вот. Дим. Пойдет. Да, он же спикхэт. Ну окей. Еще. Пардон. Моя вина. Да-да-да, шассер доджит. Я что-то забыл тогда давно кубик кинуть. Ну, хрен с ним. Да. То есть сейчас он доджит? Доджит. Не доджит. Ну окей. Да. Окей. На вторую часть приказа... Просто перепадите сюда. Этот дойдет. Вот сюда. Хорошо. Хорошо. Ну, ну ничего там, типа. Додж, не додж, видимо. Что я тогда забыл кинуть. Окей. Я, наверное, вторую часть приказа. Этот папет, он просто пытается выбежать вот сюда, смотреть. И забежать. Хорошо. Ну да, мой косяк, поэтому я просто дожжусь. Я больше ничего не могу. А, хотя ты выбежишь, ну, ты на вот этот маркер. Но я ничего не буду делать. Угу. А, хорошо, я в тебя тогда... Ну ты уверен, что ты ничего делать не будешь? Я дожжусь, дожжусь, я же говорю. А, дожжу. Потому что я ничего другого не могу сейчас сказать. Ну, давай на... Да, что там, пульками постреляем. Окей. Это три пульки. Два. Один с моя. Сейф. Сейф? Сейф. Охренеть. О. Ну, давайте он ляжет. И так, на Хеклере не осталось. Ну, я лег вот так вот. Mm-hmm. Так, вот этого okay. не существует. Да. О, это так неожиданно и неприятно. Я хочу больше. Я хочу, наверное, больше все-таки его добить. Пу-пу. Ну давай тогда. В принципе, Сперхэд будет
Вот этот парпет, он выйдет, то же самое делает. Ты же в курсе, что максимум на такой дистанции минус 3 на попасть, да? Ну, он может подальше куда-нибудь. Там же больше 8. Да, больше 8 должно быть. Ну, в принципе, мог сражать 5-3. Как-нибудь вот так вот подальше. Ага. Увидеться и вернуться обратно на 2. А, на 2, так. Я понял, понял. Ну да, он там день вышел. Но он тогда будет без ковра отсюда. Ну, давай посмотрим. Стоял. Так. Выбежал на 3. Вот сюда. Увиделся и забежал обратно. Хорошо. Ром. Так, 3 между дальними точками, да, то есть, может быть, между нами есть 8. В любом случае, вот в этой точке был огнемет. Угу. Я в тебя, да, я просто положу в тебя огнемет, что ты мне сделаешь. У тебя первая броня, ты сгоришь. Давай. Окей, я постреляю. Из марксмана? Да. Окей. Здесь явно меньше 8. Угу. Ну да. Того ты стреляешь минус 6. Одно минус... попадание? Одно попадание. Ну, окей, надо было дробовику. Ну, вот я говорю, да, дробовик-то, очевидно, хорош. Именно кубами, действительно. А этот как-то странный. 3. Ну, я помер. Ну, там АП или... А, АП шок. А. Там... А, БС атак шок прям вшитый на нем. Окей, окей. Только на... А, только на Маркс. Ну, замечательно. Ну, угу. Минус 6, сер. Тебе огнемет? А, черт. Ну, еще ладно. Один. Еще один. А, и это... Окей. В смысле, а еще один? Еще один? Господи. А, по-моему, это уже дед. Стоп. Дырка... Трансмутейшнл. Дырка, unconscious, дырка... А, у тебя же один unconscious, точно. Да. Они же перестали быть ремами. Точнее, они ремы, mm-hmm. перестали быть remote presence юнитами. Кстати, да, все да, перифералы. Да, да. Я не знаю, по какой причине, зачем Corvus Belli сказала, что peripheral control не является remote presence юнитом. Это mm-hmm. очень странно. Ну, чтобы не реролили всякие починки. Не знаю. Ну вот это действительно очень странно. Почему серванты, маленькие ботики, не являются ремонт презент? Ну ладно. Так. Это был последний приказ. Последний, да. И ну, все. Так, у меня померло 2 дополнительно сверху. Все остальное вроде по местам, да. Конец раунда, мы скорим зоны. 5 секунд, я дисконнект тянусь, найду. Вот здесь, в негатив эффект. Вунт и негатив эффекты. Скорее всего. Ага. Так, смотри. Да, и вот эта зона точно моя, потому что у меня есть белый маркер стоимостью 12 очков. Да-да-да. Эта зона моя, потому что у меня здесь 3 очка. Вот эта зона, сейчас посчитаем. Вот эта зона точно твоя, потому что здесь очень много, у меня только 20. Стоп. Mm-hmm. А. Давайте нажмем на гизмо. Координата центра базы. Ох-ох-ох-ох. Да, сейчас может быть неприятно. Короче, забор кривой. На самом деле у тебя есть возможность уж точно быть... А, стоп, оно же из центра считается. Да-да-да, точно, они все внутри в этой зоне, да. В гизмо значение должно быть меньше 12. Да-да, 11.93 и так далее. Они все четверо в этой зоне. Но, товарищи, если кто-нибудь когда-нибудь будет делать карты... Просто обратите внимание вот на такую постановку террейна, которая чуть-чуть дальше. Сделайте его не на полдюйма дальше, а там 0,7. Просто чтобы никогда не было вопросов.
Я не знаю, мало ли, просто там кто-нибудь будет делать столы. Таких не найдется, такие только иностранцы есть бешеные, парочка человек. Но да. Потому что вот здесь очевидно забор где. Здесь. Ну да, гизмокит. Тут и просто гизма нам. Гизмокит. Просто гизма нам помогает. Эта зона точно твоя. Ты мои 20 перебил. Эта зона, наверное, моя, потому что у меня здесь 32. Mm, а да. У тебя здесь 24. Mm-hmm. У меня больше зон. Это 2. Если я правильно помню. Mm-hmm. О, я доминирую вот этот квадрант. Это 3. Да, ты еще планируешь, поэтому где-то пока. Угу. Да, периферал, конечно, считается, но он в null сессии, вот этот товарищ. Да. Он выключен. Так, хорошо. Начало моего хода. Выключаем все это добро. Опять же, смотрим на вторую группу, чтобы такого интересного сделать. Да, просто убить те хеклеры и все, что мучится. Правильно я говорю? Ну, логично. А там уже что-нибудь придумается само собой. Там уже моя диплойка перед тобой. Ну да. Да, давай во второй группе. Хотя сколько у меня? 1, 2, 3, 4, да. Да, из-за команд токен. Так, у меня моблот умер совсем полностью. Переведем из-за второй в первый в... Допустим, вот этот маркер. Окей. Нет, знаешь, давай левый, вот этот. Вдруг мне захочется на приказы из первой им побегать. Вот. Вот, все перекрасил. Он теперь в первый. Хорошо, во второй группе активируется на один зеленый приказик. Тут белый маркер. 2, там, точка 3 сюда. Я увидел в спину Хеклера. 1.7 обратно. Так, ну ничего. Ну, да, ну я типа стелсовый, да, я появился, я стреляю в тебя. Можно положить тебе огнемет на самом деле? Это заставит тебя сказать додж. Ну я могу тогда повернуться. А не, давай из пистолета в тебя постреляю. Застрелишь, да. Из пистолета я все буду стрелять с бонусом себе. Давай. Ну, ты доджишь? Ты 6. Короче, я говорю, стрельба из пистолета, ты говоришь додж. Я говорю, мина взорвалась. Додж. Вот. Теперь ты говоришь, это 6. 2 выстрела из пистолета. 10 и 7, это оба там. По 11 я ровно стреляю. Твой додж, ну, мину успешно избежал. Наверное, да? У тебя какая физика? У тебя 11-я физика. 11. Я думаю, что ты мину получил, потому что тебе сюрприз атака. Так, 11 минус вот 6, 5. Да-да-да. Ну, я и так, скорее всего, вон конь уже уйду. Или я совсем дурак. Товарищи, кто у нас сейчас в чате остался? Напомните, пожалуйста, вот сюрприз-атака от шоссера, она же не влияет на стрельбу мины все-таки, да ведь? И мину он подожил. От пистолета в любом случае дырка, и он в любом случае ванконшис, как минимум. И классифаев у нас нет, поэтому можешь пока просто его оставить в ванконшисе, и в целом... Но... Просто я что-то забыл эту хрень. Ну да, наверное... Сюрприз на другую модель вряд ли влияет. Хотя там вординг, конечно, такой мутный. Ну, ладно. Вообще, по идее, кстати... Да-да-да. Ушла. Следующий приказ во вторую группу. Да, он рекамуфлировался. Вархору нормально. В первой группе приказы. Поехали. Чем можем, чем мы можем... Активируем линк. Лидер снайпер. Снайпер идет, делает мув. Вот сюда. Ара. Окей. Лампочка. Никто не видит. Лампочка. Ну, лампочка чуть на свете. Да, давай я в нее стреляю через забор, поэтому 2 выстрела. Явно по +3. Лампа по -6.
Два там. По идее, не стакаются. Да, спасибо, Антон. Пардон, я действительно так думал, потому что... И это было бы странно, что если у тебя в координейте и камуфляж, и не камуфляжи, то, блин, всего лишь один камуфляж давал бы сюрприз от всех, это было бы печально. Странно. Додж, понятно, что летит на все сразу. Вот эта шестерка от мины. Это успех, не успех? Это должен быть успех, поскольку сюрприз дает конкретно один единственный шассер. Мина сюрприз сама, разумеется, никакого не дает никогда. Поэтому от мины додж по минус 3 должен быть. Если сюрприз, который дает шассер, не влияет на все остальные фейс-ту-фейс броски, ну или норм ролла и так далее. Цели разные, а в правиле буквально, если текст читать, то там непонятно. Но давайте будем считать, что да, конечно, сам за себя, чтобы иначе мы замучимся. И... Вообще. Имба такая будет. Следующий приказ в линк. Тот же самый снайпер выходит вдоль камушка вот сюда направо, там, где мы... А, ну и ты робот вообще подвигался, я тебя точно увижу. Даже можно так сильно не выходить. Окей. Я в ковре от камня. Ты, кстати, вопрос, в ковре ли ты? А, так ты не лежишь? Нет, я не лежу. Если... Нет, тогда очевидно не. Да? Давай я просто возьму. Ты ж мою подставку полностью видишь. Сейчас. Не, очевидно, что не. Это можно очень просто сделать вот таким способом. Почему он вниз переместился? А, потому что я дурак, я выключил. Ну, ладно. Да. Что-то я не справился. Видно, что силуэт выше. Не, мой это силуэт выше твоего, какая разница? У меня должна быть голова моего силуэта выше, чем... Ну, выше, чем я... моя база. Выше, чем твое основание. Это действительно так? Да. Окей, scale rotation position. Y3.93. Во. Вот что, проще все посмотреть. 3.93. Хоп, да, голова чуть-чуть выше. На самом деле, как-то, по-моему, не очень очевидно было, но да ладно. Да нет, видно, что выше. Хорошо, тогда ты без укрытия, я в укрытии. Давай. Я стреляю. Я вижу 8, но это слишком далеко, чтобы быть критом. Я вижу 6, но, по-моему, 11. Не, шестерка моя. У тебя 4. Ты? Да. У меня 4, 6, 20, у тебя 4, 8, 12. Угу. Вот 6 точно там, 4 точно там. Твоя четверка, это, наверное, не успех. А, не, успех. Почему? Минус 6. Четверка успех. Я. Пулемет уже дистанция до 48. Блин, никогда не стрелял с пулемета на такие дистанции. Почему я не помню дистанции? До 48 минус 3, да, все правильно. Все. Mm-hmm. Что-то я ничего придумать не надо. А тебе только один сейф. Сейф. Mm-hmm. 5. Хватит его. Дырка. Еще приказ в линк. Давай мы. Ну там, Любгород также подергался. Ро. Так, он подергался. Кого он хочет видеть? Ботика? Я, да, хочу маленького ботика пострелять, на самом деле. Просто потому, что он не за спиной ты робота, а типа вот сбоку. Да-да-да. А, давай по могучей своей физе я подержусь. Давай я... Блин, мне нужно два своего реакшн зонда вынести, чтобы он помер совсем. Да ладно, давай все в маленького. Заставим тебя стрелять медкитом. Гизмокитом. Ну... Ты знаешь, 10. Да, нормально. А, у тебя миметизм. Я по 15 стрелял, ну, ничего не произошло, окей. Ой, ладно. Давай, чтобы долго не томить. Народ. Здесь появится Маргот. Так как твой тирбот мертв. Она просто сразу возьмет и вот сюда выйдет. И... Да, да, вполне. Вопрос мина. Ну, далеко до мина, очевидно. Можешь померить, если хочешь, но и далеко.
Нет, здесь. Да. Ну, как бы вот, где еще можно. Нет, 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 вот, типа. 8, и все, дальше не меряешь. Ну, здесь. Да. Здесь близко, да, да. Но. Ну, понял. Угу. Но не стоит. Окей. Окей, ну и поехали. Самое простое. Ой, пардон. Discover в мину из Марго. Давай. Ну и шут тогда. Discover. Определенно там. Шут. Плюс 3, минус 3. Да, ты без ковра от меня явно, потому что ее Хеклер кол. Да, я 2 там всего. Я по 14 стреляю. Шмиметизм все еще есть. Ну, минус мина. Ушла. Угу. Блин, я промахиваюсь все время по приказикам. Случай приказ, она пошла вот сюда. Она увидела Ева. Так, Ева лежит. Ну да. Ну, он огромный, база у него, он торчит куском. А, базу видишь? Да, да. Понимаю, она просто не помещается. Девушки, ничего там нету. Я вроде бы... Да. Да, ничего не делаю. Ну, могу подожить, давай подожить. Ну да, давай, я в тебя постреляю. А, и он не касается вот этой стенки, он, наверное, без ковра получается? Или он там как бы был? Не-не-не, не было. Не было. Так, я не думал. Так далеко. Давай тогда. Работа. Тебе. Да, давай. 8. Крит и десятка. То есть 3 сейва. Десятка. Давай. В дед. Очевидно. Потому что у нее вторая броня, но я ее типа половиню. Ну и неважно, там сила 13 все равно не спасло бы. Ковра нет. Так, шикарно. Осталась одна мина, которая мне немножко мешает жить. Кто у меня рядом есть, чтобы ее разминировать? Никого, ты знаешь. Да, наверное, можешь просто бежать в нее. Я думаю, могу. Тебе план? Я бегу пока что просто вот сюда. А? Окей. Спрошу Ару. Так, остался... Есть не то. Наверное, нет. Да, не, нету, да. Нету. Давай, на самом деле, тогда пододжу за папера. Хорошо. Я скажу на второй половине, просто дискайрую сюда. Окей. Да. Блин, как же мне приятно дискайверы, капец. И додж папермастера. Сомнителен. Нет. Да, ты посидерка. Ну, смотри, ты меня слышишь, ты меня не видишь. Да-да-да. Ну, я же говорю, что это не дочь. Ага. Так, то есть следующий приказ. Я, ну да, если я пойду вперед, меня все равно увидит мина. Блин, нахрена я все это делаю, если у меня гранатомет есть? Я могу по восьмерке стрелять. Давай, ладно, все, гранатомет. Хочу один раз бахнуть. Цель будет секретат, накрыл обоих. Вот сюда. Так, гранатомет. А, у нас же стены бесконечные. Ну, граната полетела вот по такой траектории. Какая разница? Okay. Это же speculative fire. Это же, да, достаточно, чтобы был просто проход. Да-да-да. Бывает. Да. Окей. Ну, давай... Пододжусь. Бонг 7. Я попал. О, господи. Это не додж за папетмастера. И Спитат. Это... Не додж. Теперь сейвы. А, чего там? По одному сейву от 13 силы. Это кого? Давай. Папетмастера. И секрет. И секретат. Окей. Okay. Не, если бы кто-нибудь умер, я бы даже немножко разочаровался, потому что это бы значило, что спекулятив может работать. А, ладно, давай. Приказ на нее последний, она там... Ой, даже не знаю, может ее так и оставить, у нее дробовик, в целом ей нормас. Да, давай, последний приказ все-таки в линк. Снайпер просто постреляет в реакшн зонда. Давай. На все деньги. На всякий случай. 3 там.
Окей, судя 6-13 по... хватило, да. Окей, ты его больше не починишь. Последний приказ во второй группе. Варкор ничего не делает. Ладно, все, хрен с ним. Я закончил. Окей. Так. Кто у меня там? Конь валяется. Тоже. Кирита. Там-то. Нет. Отлично. Ну, тогда мне в первой осталось 6 приказов. Второй один. Секунд токен. А, перевожу приказ. Так, итого у меня 7 приказов. Только в первой, во второй больше ничего нет. Да, ты все поломал. Что там было? Так. Окей. Окей. Ну, тогда один приказик по тактику. Активируется заново пакетбот. Канцелится в конце приказа disconnection state. Да? Да. Поэтому если ты его сейчас активируешь... Ну, ладно, тогда... Ну, то есть ты активируешь Puppet Master, и Марго реагирует сразу на них двоих. Да-да. Puppet Master просто подошел, увидел Марго и забежал. Подошел и увидел Марго, да? То есть он... Да-да, он прям посмотрел. Но я знаю, что шаблонов у тебя нет, поэтому я выстрелю дробовиком, кубиком, поскольку у меня есть Light Shotgun, если что. Это... Может быть, ты не хочешь так делать. Кубиком. Да не, нормально. Давай. Вот. Ну, и в начале этого приказа ты назначаешь спирхеда, и он все еще дисконнектит. В конце этого приказа он померит с когеренцией, дисконнектит пропадет. Если я правильно понимаю, как это работает, как люди посмотрели. Потому что внутри самого дисконнектит стейта написано, что он отменяется в конце приказа. И... Либо это дыра в правилах, либо так действительно должно работать. По-моему, даже по-другому. Типа, ты активируешь сначала не ботов, а типа самого Puppet'а, от Puppet-мастера. И в этот момент еще они как бы в дисконнекте стоят, и ему надо их включить. Ну, и ты назначаешь спирхеда. Да, да. То есть он в конце приказа. Не, спирхед как бы должен назначаться в начале. Ну, он назначается в начале, я про disconnected state. Да, ну, как бы все еще в disconnected state, да, и... В общем, правило в самом начале четверки было хорошим, потом люди почитали буквы и выяснилось, что правило не такое уж хорошее. Ну... Паппетов сильно зарезали. Сильно. Ну, хотя, с другой стороны, там, помню, пытался тройку считать. Там это... Не помнишь, как она называлась в тройке? Ох. Да. Тебе сейв. Правило в тройке называлось, да, по-моему, так и называлось, Puppet Tactica. А, все посейвлено, да. Да. Ну, включился. И вот он включился, да. Поворачивается и пытается ближе подойти на станцию выстрела. Ну, да, но это уже следующий приказ. Да-да. И три обратно. А, окей, я понял. Он просто подошел, отошел. Да, подошел. Угу. Да. А сам Puppet Master будет выходить на меня или не будет? Сам Puppet Master, ты его можешь убить. Сам могу убить, сейчас. Да. И тогда он выключится. Да. Сам Марго-то там стоит дорого. Она стоит дорого, безусловно. Не, на самом деле давай я рисковать не буду. Так, мастер. Хорошо. На самом деле, вот сейчас мне делать с этим Puppet-ботом абсолютно нечего. Потому что если я в него выстрелю, ты в меня шаблон положишь. Ну да. А с другой стороны, давай я в тебя просто положу шаблон, и мы с тобой разменяемся.
Окей. Так, сейв. Ну, тебе 3 сейва. Да, я понимаю. Ты посейвил. Армур я первый, да? Нет, совсем. И помер. Окей. Так, здесь. Ну, еще один приказ. Тоже по тактику. Получается. Все получается здесь. Да, ну, точно, хорошо, спасибо, здесь. Антон. Это правило называлось труппа. Труп. Да. Ну вот, я пытался прочитать. Мозг в трубочку свернулся. Да, было такое дело. Там они даже вначале не прописали, как у них. А что будет, если труппа отменится? Да. Ну, то есть. Блин, ну просто каким-либо образом что-то случится с лидером. Причем именно там из-за Леи это вроде там было прописано, а если она отменится Ева-программкой там комбайновского бота или еще чем-то, то не было. И это очень забавно, да. Были дыры. Ну, в тройку я так и не поиграл. Угу. Ну, вышел так, Аром? Никто ничего не видит. Ничего. Ну и выхожу так, поскольку я маленький, скорее всего, у меня маленький. А, да, я тебя там просто не увижу, да, вообще. Окей. Можешь на все четыре выбегать. Да, там еще. Окей, ну вот этот маркер далеко. Этот за стеной, варкор тоже далеко. Никто ничего не делает. Окей. Тогда... Так, еще один приказик. Так, чтобы хотеть его видеть. Надо было немного пройти. Лапки. 4 сюда и 2. Ну, ты меня увидишь, если вот здесь остановишься. Но ты будешь без груди. Да. А что, ну, у тебя там, скорее всего, шестер какой-нибудь, наверное. Это мимитизм 0, не минус 3. 0. Там точно не шестер. Собственно, единственное, кто может быть, это метро, базовый пехотинец. Да. Так, да, вообще выхожу, если... выхожу, смотрю. Ну, ты сделать на первую половину, я молчу. Можешь меня смело дискаверить. Да, давай. Или идти дальше, не знаю. Вопрос... Мина, там варку. Ну, да, давай пройду дальше. 4. Но. Пересекаешь вот эту линию, тебя видит в этот белый маркер. Белый. Ну, он как-то так смотрит, вот мимо куска стены вот этого. Окей, понял. Тогда я просто, наверное, 4 дюйма вот цепляю. Короче, ты можешь встать сюда, чтобы увидеть меня без укрытия. Либо, наоборот, быть самому в укрытии, встав вот сюда. Тут. Либо нет. Можешь, на самом деле, можешь вот сюда пройти, вот в эту точку. Ты, и ты в укрытии, я без укрытия. Если что. Ну да, логично. Да. Ну и все, да. И белый маркер тебя точно не видит, потому что он там. Да. Как-то так стоит. Надо было рушиться, но он не рушится. Ну, давай Discover. Зеленый маркер. Это была первая половина. Ты меня дискаверишь по 17. Ну, определенно сможешь. Я появлюсь. Я скажу, что я метро-инфильтратор. С рифлой, панцерфаустом, пистолетом. Я пододжу. Окей. Я тогда тебя... Понял там это. ПХ 11. Давай. Ну да, пульками. Три пульки. А, шикарно. Две моих. Одна критом, одна без. Да. Межмимитизм 0. Ну. Все, я помер. Совсем помер. Это был товарищ зелененький, да. Приведенный. Да, теперь мне надо...
Побегать. Окей. Трачу еще один приказ по тактику. Угу. Puppet Master. Сюда, да. Puppet. Вот. Там просто. Окей. Okay. Варкора. Белый маркер тебе ничего не скажет. Варкор. А, ну ты на него прям вышел, на Варкора. Да, прям. Ну, Варкор пододжит. Окей, на вторую часть приказа. Подожит Варкор. Грустно будет, на самом деле. Ну ладно. Ну, давай три пульки. Да, Варкоров жалко, да? Да. Пока не поднимается. Не пододжил. Да, все три моих. Ну, да, минус Варкор. Окей. Тогда цель приказ тоже по тактику. 4 дюйма пробежит. Да. Да, спасибо, Антон. Действительно, у всех был номер 2 из труппы. Но просто были какие-то способы отменить фаертиму. А что в этом случае происходит, написано не было. Поэтому труппа, если случайно каким-то образом отменялась, лидер как-то просто исчезал со стола маркер лидера, то все. В этот момент правила такие, типа, о, что случилось, как нам быть? Непонятно. Там такой многотомник, что правил страничку. Ром? Не-не, ничего. Ты здесь бегаешь, тебя никто не видит. Окей, тогда давай. Не хочу я на дурака на самом деле нарываться, но что поделать. Там ну ладно, давай трещу. Наверное, нет, не заработает. Интересно. Сейчас я не походил. Ну да, я тут явно... здесь заканчивается, собственно. Да-да-да. Я туда явно не добегаю, поэтому... ставлю здесь. Прямо так, в голом поле. Ну вот да, я думаю. Может, если хоть... надо, можно было бы отойти, да? Ну, то есть... Я не знаю, может быть, есть какой-то хитрый план, но либо поставить сюда, касаясь стенки, чтобы быть в кавере отсюда, либо сюда, где угодно его спрятать. Давай, на самом деле, да. Ну, то есть, допустим, вот она отсюда перебегала сюда. Окей. Да. Вот как-то так. Ну, будет стоять, да? Угу. Ну, да, ему умываю. Нет, там не хватит. Не хватит. Разом, поэтому... Ну, тогда, если он стоит, то я рекомендую ему повернуться, чтобы увидеть это место. Ну, так, на будущее. Да, 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 хотя бы вот так. Ну, вот. Да. А, не, он все еще спиной вот сюда. Еще чуть-чуть. Вот. Ты точно знаешь, что Марго умерла, и она сюда не высадится. Ну и в любом случае здесь секуритат. Ну, как бы есть дурак. Да, дурак, он в любом случае сюда не влезет базой. Если что, ты всегда можешь просто померить. Типа дурак вообще не поместится. Его всегда увидят все. Вот тут такое дело. Окей. Хорошо, начало Пушит моего хода. Как-то. Точнее, наоборот, конец твоего. Ну, сейчас. Сейчас идет скоринг. Где у нас грид? И вот эта зона твоя. Ты получаешь одно очко за то, что скоришь зону в моей, на моей половине стола. Угу. Вот эта зона твоя. Вот эта зона моя, вот эта зона моя. Итого у нас ничья по зонам. Угу. И каждый из нас скорит зону на противоположной стороне стола. Да. То есть same number — это по очку, и тогда у тебя 2 будет, а у меня будет 5. Да, вот типа того. И начинается третий раунд. Я. Да, первый надо игрок. Было сразу по мастерам бегать.
На самом деле, я бы не сказал, что это что-либо сильно бы поменяло. То есть, если бы Puppet Master пришел сюда, я бы просто убил шассером и все. Ну и в любом случае, шассер стоит 20, а Puppet Master дешевле. Тебе нужно было в эту зону не привести. Шассером. Я имею в виду, когда я уже Puppet тактикой вот здесь вот где-то бегал, пытался твоего трошника, то надо было идти сразу же Puppet Master. А, ну, может быть. Но в любом случае, тут либо нужно было и прийти сюда и постараться сделать что-то с шассером, но тут, опять же, непонятно. Если ты не убиваешь варкора, то не зарабатываешь очко. Если убиваешь, то гарантированно зарабатываешь, поэтому... Надо. Ты даже не убиваешь, просто здесь остаешься. Поэтому тебе в целом, наверное, было выгоднее это сделать. Хорошо? Сеточка исчезает. Итого у нас... 7 в первый, 2 во второй. Давай сразу достанем дурака и посмотрим, когда его можно уронить. Вот если я появлюсь вот здесь, кто меня будет видеть? Если ты появишься здесь, то тебя видит Персей, Ленка. Персей? Да. Здесь давай. Не похоже. Персей. Вот. Вот он. Ну вот просто посмотри от моего дюрака. Да. Тогда, в принципе, никто не... Просто если Персей стоит или забор прозрачный, тогда я бы видел Елену снайпером. Если забор целиком прозрачный. Да. Никто не видит. Окей. Или я могу выйти с другой стороны, но зачем? Да, на самом деле, нафиг не надо. То есть здесь как бы... Здесь поинтереснее. Просто выйти, положить и... 100% задоминировать уже. Ну, а в чем проблема? У тебя две вунды на Персее, он дороже, чем я. И не факт, что даже если я останусь живых, а скорее всего нет. Просто дирок же он дороже дирока? Персея, конечно. Дирок стоит дешево, это же собака. Самая дорогая собака это Макмуру. Дирок сравним с ним по стоимости. Окей, да, дирок сравним по стоимости. Он все равно, скорее всего, дешевле Персея. Я не помню наизусть стоимость Персея, к сожалению. Поэтому... Я сказал, что Мираж там стоит как самолет. Есть. Да, все только там Мираж стоит 66, а Марго из этих 66 стоит заметно большую половину. Заметно да, большую часть. Больше. Да, тогда Персей больше. Здравствуй, ты робот. Да, космосолдат с ХМГ действительно нужно, чтобы стрелять. Но, к сожалению, не в нашей армии. Эх. Да, давай за Command Token переведем. Кого перейдем? Я лучше координируемся буду потом когда-нибудь кого-нибудь. Ладно, давай действительно высадим сюда дирока. Наверное, проще тебе просто убить приказы и... Не мучиться. Нет, знаешь, мне нужно почистить левую сторону. Оттуда ты никуда не уйдешь. Поэтому дирок выйдет вот сюда. Окей. Вот он здесь появился. Ро? Ро никакого. Ничего. Да, никто не видит. Хорошо. На тогда зеленый приказик. Он пошел сюда. Там еще чуть-чуть сюда, чтобы его не видел Puppet. Как я понимаю... Puppet слишком низкий. Да, не видит. Ну, типа, мне не нужно входить в дверь. Вот что нужно. Ро, ну ты можешь, типа, заявить додж. Если хочешь. Просто потому, что ты... Комбат ко мне висит. А, понял. Окей. Ну да, получается додж. Я кину дым вот в этот угол. А, не, на самом деле, вот сюда. Ну, короче, вот в эту точку. Да? Окей. Давай, дурж. Дурж. Определенно дым. Можешь подождать сейчас на сколько? 3 дюйма? А, не, на 2. Не-не-не, на 2. У них нет бонуса. Все равно из дыма я не выйду.
Это да. Ну, ладно, давай я хотя бы к дверьке подойду. Окей. Следующий приказ на дурака. Дурак просто зайдет в ЦЦ. Окей. Ну вот, видимо, с этой стороны. Окей, так. Ты теперь будешь. Ну, тогда давай могучий папит будет бить. Угу. Отлично. Давай тогда... Да, конечно, я его ударю. Что там, 23-й, Martial Arts, 2-й. Шедевр. Два сейва. Два. 14-4. 14, но у меня по базе физика 16-я, еще плюс 1 за Martial Arts, 17-я, это две дыры. Танк. Он перешел, да, во второе... И потом One Conscience, да, верно. Mm-hmm. Okay. И следующий приказ в дурака. Дурак побежал дальше. 6 сюда. Ро не ро. 4 сюда. Так, ро нету. Потом, куда бы мне... Если я выйду сюда, меня увидит Puppet Master. Давай так делать не будем. Следующий приказ, он побежал налево. 6. Mm-hmm. Ничего. Ну и как-нибудь вот так 4, чтобы меня мастер все еще не видел. Да. Тоже ничего. Следующий приказ. Ой, в дурака. Станется 2 после этого. Я подошел вот сюда. Угу. Меня никто не видит. Ну да. Ну, Ару может подожить. Давай я дым кину. Давай. Да, ты можешь доджить, конечно. Зачем? Я дым кину вот сюда. Наверное. Сейчас я вот на такой прямой могу его кинуть. Ну и да, нормально. У меня после 2 приказа останется. Да, давай я его куда-нибудь сюда кину. Просто накрою папит мастер, чтобы не мешал. Угу. Окей. 6,7. По 19. Идеально. На самом деле, давай подур. Ну ладно. Давай. Тоже. Нет, да давай, пожалуйста. Puppet Master был накрыт дымом, секуритат просто меня услышал. Ну, ты не дожжи. В любом случае, не дожжи. Окей. Второе не будет? Да нет, зачем? Ну, это я сейчас за Puppet Master подожжу. О, офига. Спасибо, Дракенгном. Я не ожидал. Он пишет, что дурак дороже Макмуру. Оказывается, Макмуру стоит всего лишь 27. Муру там копейки стоит. Да, что-то я забыл об этом. Дурак дороже. Предпоследний приказ. Дурак выходит на 2,5. 3,5 вот так. Блин, не хватит, не хватает. Ну окей. Мина, почему, ну, понятное дело, взрывается. Да, взрывается. Puppet Master доджит. И ксикурят может доджить. Так, ну давай посейвить или подожжу. Давай подожжу. Я верю в физику. Думаю, я справлюсь. 3. Да. Я подожжу. Так, 8. 8, 8, 8. Пока я не подожжу. Угу. Так, есть бонус к дожжу. 3 дюйма, да? Ну, плюс 1. А, так, пардон, давай сначала вот так померим. 1.7. 1. 0.3. Вот так. Окей. И на последний приказ я... Помываюсь в... Да, в ЦЦ, вот к этому товарищу. Окей, тогда я просто пойму. Давай с комбиком. Я тебя ударю в ближнем бою. А, стоп, ты полишь меня из комбика? Да-да-да. Я тебя просто 2 чайника кину и все. 4 чайника. Да, давай, чтобы точно тебе внести в унду. Давай, стреляй. Не попал. Не попал. Да, жить он... Жизнь хочет, интересно. Да, не особо. Да, не особо. Не, ну, частично. Так, много не... Так. Вот, и во второй группе 2 приказика.
На самом деле, маркера ему не хватит никуда перебежать. Эту зону ты у меня вряд ли отнимешь. Ладно, давай пока оставим как есть. Действительно, я не думаю, что я хочу брать на что-то. Надо было перевести действительно минькую хотя бы вот эту. Я действительно не знаю, на что бы я хотел потратить приказы. Поразительно. Во второй группе. Да, я не подумал, скажем так. А, все, все, да. Я на этом закончу. Ну, как ни странно, это был лейтенант, поэтому... Хочу ли я водить двух секретаторов? Вот в чем вопрос. А почему? У тебя же целых три регулярных приказа. Ты нем, который ветеран? Да, ты? Вот ветеран, это же секретатор. А, у тебя три зеленых приказа. Mm-hmm. И Поиск. Один на Персее, один на Клокмейкере. И один на Паппетмастере. И один Common Token, чтобы либо кого-то куда-то перевести, либо... О, так уже, в принципе, некуда. Ну, не, я в смысле за Common Token, ты можешь перекинуть в желтый, ну, в зеленый. Да-да-да. Спасибо. Так, можно, в принципе, делать. В принципе, особо много я здесь уже не сделаю. А, я понял, вот что я мог сделать в теории. Ну так, так как это мой последний ход, я мог лейтенантом прыгнуть на скалу. За последний Common Token пересобрать линк, раз уж я забыл все сделать. Но забей. Не буду сейчас этим страдать. Да как бы у меня это уже некому приплевать на самом деле. Поэтому... Вообще гору. Ну давай хотя бы... Паркетмастером. Гасик на него. Твой регулярный. Постреляет по дракону. Окей, допустим. И... Ну, я в тебя чайник кину. Ну, да-да-да. Чайник. Или ты все-таки сначала пойдешь и спросишь Майоро, а потом уже будешь думать? Я уверен, что я не подожжу. Окей, окей. Два там. Да, только два баллистик маленький. Два сейва. Один сейв. Трк. Один сейв, ну это... Не знаю, почему ты кинул два куба, но в любом случае они одинаковые, поэтому... Да-да. Да. Просто unconscious. Ага. Ну, ничего. Не, Драгер Гном... Devil Dog с шотганом стоит на 10 очков дороже, чем Devil Dog без шотгана. Поэтому, как бы да, он стоит неоправданно дорого исключительно за оружие. На самом деле, вот я сейчас смотрю на стол, и у меня есть вариант, как это можно попытаться свести в ничью, но это очень неточно. Ну, типа, можно попробовать просто этим линком сюда побежать и оставить. Здесь. И хотя Персей 32. Персей, в принципе, может туда добежать. Но кизм. Давайте так и сделаем. Свой регулярный. И просто стоит, ну, бежит. Хорошо, да? Да. Он без Фартима тогда побежал. Ну да.
Сюда на 3-1, на 0,9. Да, его здесь увидел только мой снайпер, и больше никто. Снайпер выстрелит. Давай. Просто бежать тебе, наверное, нельзя. Давай. Я кидаю. Пытаюсь накрыть. Вот так. Нормально, да. Итого я стреляю по 12. Ты кидаешь дым по плюс 3. Видимо, по 16. Ну, это все равно не он. Пятерка там. Окей. 17, сейф. Он тебя там куражный? Не религиозный, самое главное. Так, он... Не религиозный, все отлично. Можешь лечь, и я тебя перестану видеть. Ну, может быть, он здесь там куражный. Привет, Норфлокот. Как у вас там все прошло? Ваша партия? Товарища Тангуса, на самом деле здесь вот был Грэнцер снайпер. Я его застрелил Любгаро снайпером. После того, как убил его здесь фирбаф секуритата, потеряв со своей стороны моблота-пулеметчика на этом секуритате. Правда, это было потому, что там чуть больше 32. Я в него стрелял хреново, в общем-то. Не так, как должен стрелять пулемет из пятирыльника в цель без ковра. Он... Смотри. Он испугался, провалил гацрол, лег и на провальном гацроле на дюйм вперед прополз. А вот теперь твой следующий приказ, на котором ты можешь спокойно ползти еще на 2 дюйма, тебя никто не увидит, ну и никто тебе ничего не сделает. Вот так. Ты говорил вроде в какой-то момент, что эта щель какая-то большая, и сейчас это может быть важно, если ты сюда придешь. Поэтому сразу мне скажи, мы через нее стреляем или все-таки нет? Давай стреляем. Ну, то есть, отсюда я увижу вот это место. Ну, хорошо, как хочешь. Я просто про щель говорил, что вот с этого ковша сюда, но здесь щель действительно большая. Нет, так что... я бы сказал, что наоборот ее нет, но опять же, тут только как ты хочешь. Давай прямо сейчас это выясним, чтобы я реагировал соответствующе. Ну, давай кинем кубик, если больше 10, то видно, если меньше. Как хочешь, давай. Не видно, все, отлично, играем по условно упрощенным, скажем так, правилам. Короче, вот этот маркер вот сюда никогда ничего не увидит. Ну и окей. Да, ну и еще на второй час показываю, подвигаюсь. Ползешь, ну да. Хорошо. Еще один тема. Ну, дополз сюда. Давай вот этот маркер заявит. У тебя 2 приказа осталось. Ну да, давай этот маркер заявит додж. На самом деле вскроется, это шассер main layer. Кто бы мог подумать, но это действительно он. Окей. Так. 2 приказа. Что еще можно? На самом деле. На самом деле надо было каратинать. Принес. Если честно, я бы на твоем месте просто взял бы и на 4 регулярных приказа всем линком одновременно бы бежал бы сюда и вот сюда, да. Первый приказ. Персей подползает сюда, кидает 2 дыма из линка. Второй приказ. Все в дымах. Ну, понятное дело, что он ему сложно накрыть всех. То есть он либо дымы кинет... вот дым, один дым, видимо, назад, один вперед. Персей здесь за дымом, не входя внутрь дыма, идет. А все остальные в дымах подползают ближе, потом встают, идут. Следующий приказ. Персей дымит. Кто-то входит вот сюда, кто-то ходит сюда. И если тебе повезет кинуть много дымов, то на 4 приказа в целом ты можешь перейти вот на эту половину стола. Да. Если повезет кинуть много дымов. Mm-hmm. Ну вот на 4 приказа 8 бросков. И каждый раз двигаться по 4 дюйма, кроме первого. В целом, может быть. Не, вообще на 12 дюймов тогда бы ты прошел. Не, наверное, не очень. Но опять же, тут 4 приказа.
Больше их нет. Три ветерана и один common токен остался. Ну да. Так, ну в любом случае, что там Перси делает на вторую половину? На вторую половину. Сколько я помню, вот эти вот ребята в своей диплойке сидели. Да, да, все в своей диплойке. Ну, на самом деле он пытается пробежать вот сюда. Окей. Да, ты там спокойно идешь, тебя снайпер не увидит за кактусами. Сейчас давай просто быстро переключим. Да, да, я тебя там не вижу. Этот шассер доджит, как он говорил. 10 критически. Ну да, физика у шассеров, конечно, просто божественная. Че он там на дюйм назад? Ну, допустим, он встал еще на дюйм назад. Он вышел из этой зоны и перешел в мою зону. Вот. И тогда раз. Тоже те. На самом деле, какой еще можно подумать маневр было бы тогда? Ну, ты наверное, сейчас доходи, да, я потом, чтобы не отвлекать сейчас. Mm-hmm. Последний приказ. Я потом скажу, что можно еще было бы придумать, наверное. Может быть. Mm-hmm. Так, ну ты заходишь вот так на 4. Мина, очевидно, тебя не видит. Опять же, мы через эти щели все-таки не стреляем. Но тебя, mm-hmm. наверное, вот здесь увидит снайпер. Ну, определенно, да. Давай попробуем кинуть дым. Снайпер говорит, пыщ, шассер доджит. Вот куда-нибудь. Сюда. Хорошо. Так, ты там был без ковра, я думаю. Или ты был в ковре, это важно. Где? Ну, наверное, ну, вот здесь ты выбегал без ковра, да? Я по кактусу. Но в этом... Вот здесь. Это... Да. Был без ковра. Ну, типа, вот здесь момент перехода. Хорошо, если без ковра, то это не крит. Просто попадание на 12. Сейчас, стоп, плюс 6, минус 6. Секунду. А, не, это... Да, в любом случае. Нет, это мои плюсы. Плюс 6, минус 6, это, по-моему, даже крит, извиняюсь. Так, сейчас дай секунду подумать. Я что-то затупил резко. 12-й баллистик. У тебя какой миметизм? Шестой. Шестой. Плюс 6 за фаертиму и дистанцию. Минус 6 за миметизм. Да, это крит, извини. Еще один сейф. Ага. Окей. Да-да-да, извините все. Антон прав. Вот. И это дырка, и он умирает в дед, потому что это шоковый снайпер, а Персею не дали шокомун. Господи. По какой-то причине. Да. Не, он умирает это совсем. То есть у него НВИ отключается, и он из-за шока прям исчезает. Понятно. Это очень... Мирмидон. Да. Мирмидон, но который офицер, но какой-то непрапанный офицер. Он мин очень боится и всего прочего. Да, вот сейчас было прям очень плохо. Да, сейчас было очень обидно. На самом деле, он стоит 32, ты говоришь, да? И... Либо 32, либо 34, 32. 32. Шассер вместе с метро стоит ровно 32. То есть, эта зона была бы просто ничей. Да. Эта зона была бы твоей, эта зона была бы моей, но она и сейчас моя. Эта зона ничья. Да. Но так как... В целом, ну да, надо было... Так сложилось. Ямком. Да, так как так сложилось, что Персей умер, то у меня теперь больше зон. Да. Поэтому я получил еще 3 очка до 8. Ты получил еще... Ничего. Да, да, потому что у меня больше, и на моей половине стола тебе не удалось пройти. Вообще, в целом, у меня еще маппинг был в эту зону на 13 очков. Так, я его сюда просто закинул. Ну да. А у тебя интелком? У меня маппинг на свою зону. Но она уже ничего не даст. Там 18. А, 18. На самом деле, если бы ты его сейчас выжил, то эта зона была бы твоей. Да, эта зона была бы твоей. И да, было бы ничья по зонам, ты получил... Сейчас я получил 2, а ты получил
2. Если ничья, то... Да, то у меня было бы 7-4, было бы такой счет. Да. Ну да, была бы не мажорная победа, а такая минорная. А, хотя, стоп, какая разница? Я и так получаю 4 турнирных за то, что у меня 5 или больше, а ты в любом случае меньше, чем на 2 очка. И не 5. Да, у тебя в любом случае поражение с нулем. Точно по новой турнирной системе. Что я хотел сказать? То, что вот здесь Линк, если он бежит, в целом снайпер может выбрать целью только одного бойца. Поэтому можно один раз, наверное, на пофиг пробежать на 8 дюймов и кого-нибудь потерять. Ну, да. Я бы все равно стрелял в Персея, поэтому для Персея можно было бы надымить, а всех остальных просто пойти. Но опять же, здесь нужно серьезно думать и... Да, в любом случае, было очень неудобно. И да. Такой любопытный момент, вот когда здесь люди стояли в ковре, вот здесь. Если лампу повернуть вот так, ровно параллельно столу, и вот этого бойца параллельно столу, то они всегда смотрят во все стороны. Потому что, видишь, ширина базы у лампочки 40 миллиметров, а ширина вот этого бойца 25 миллиметров. Ну, да. И поэтому здесь 20, и ты видишь краешек Марго, если бы она тут выходила, лампа все равно всегда видит. Ну, любого десантника. Поэтому не стоит забывать, что если ты где-то, где бы ты ни было, встал, касаясь края стола, вот такой силуэтами, короче, 25 или 40 миллиметров, просто встань параллельно краю стола, ты всегда будешь смотреть во все стороны. Полезно помнить. Ну и также вот эта лампочка, она изначально стояла как-то криво, как-то вот так диагонально. А вот прямо сейчас стоит хорошо. Она вот прям в этом месте видит во все стороны. И мешала вот здесь выйти Марго, если бы не умерла. Да. Ну, вот. На самом деле, здесь еще... А, ну зря и... папе-то не вывозил мастера. Да-да. Если бы, кстати, даже вывел, может... Не, читать. Не, ну, если бы ты его вывозил сюда куда-нибудь... то я бы просто к нему пришел дюроком и, наверное, даже игнорируя самого папит-бота. Ну, я бы садился куда-нибудь думаю, сюда что... и пришел бы к мастеру сразу. Нет, понятно. Я к тому, что если бы я его сюда вывел, я бы мог получить еще какие-то очки, на самом деле. Ну, потом бы дюрок все равно пришел и его убил. Это неважно. А не, очки бы ты не получил, поскольку в этой зоне наконец твоего хода в живых оставался только мастер, еще... а это стоит 20-ку. Да. Шассер. World Observer. А. Вот, как-то да. Так. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо за игру. И еще увидимся, на самом деле. Да. Удачи. Да, всем удачи.